Здравствуйте, вы смотрите прогноз погоды в студии Виктория Хармелина. Как и обещали метеорологи, на Молдову надвигаются морозы. Таким образом, в эти выходные ожидается резкое похолодание. К тому же будет идти снег на протяжении всего дня. Подробнее о температурных данных, которые установятся 24 февраля, узнаем далее. Заметно похолодает на севере страны от минус 7 в утренние часы. Весь день будет идти снег, а дневной максимум составит минус 5 градусов. В центральной части день будет пасмурным и пройдут осадки в виде снега. На термометре от минус 3 до минус 1. И на юге страны на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Утром и днем ожидается мелкий снег, который ближе к вечеру, возможно, закончится. А столбики термометров не превысят нулевую отметку. А далее перейдем к столице. Снег начнется еще до рассвета и будет в течение всего дня. Ну а к вечеру и вовсе закончится. Температура воздуха в утренние часы составит 3 градуса ниже нуля. А вот дневной максимум становится в пределах 0 градусов. Это все о погоде в Молдове. Какая погода ожидается в субботу в европейской части, узнаем далее. В Киеве продолжает холодать, к тому же пройдет снег до минус 11 в утренние часы, а днем на градус выше. В Москве день будет пасмурным и пройдет снег. Температура воздуха в городе днем составит минус 12 градусов. Не порадует погодой и Бухарест. Небо будет хмурым и вечером начнется снег от 0 до плюс 6. Дождливо на протяжении всего дня будет и в итальянской столице. Термометр покажет плюс 7-10 градусов. А вот в Париже день выдастся ясным, но довольно прохладным. До нуля утром, а в дневные часы до плюс 6. Солнечная и без осадков погода порадует жителей Барселоны. Здесь уже теплее, днем до плюс 11. А в Стамбуле, напротив, если накануне было ясно, то уже в субботу пасмурные пройдут дожди. Плюс 7-9 градусов. А Лондон хоть и редко, но радует ясным небом. Максимальная температура воздуха днем составит 4 градуса тепла. Это все о погоде на субботу. Хороших выходных и до встречи.